Прислал как-то аглицкий король в подарок российскому императору блоху. Она, что царь отдал ее, значит, со двум тульским мастерам. И через неделю пришли они к государю. Ду молодцы, докладывайте. Превзошли ли вы англичан? Превзошли, батюшка, превзошли. Нам, батюшка, этих англичан переплюнуть. Тьфу, расплюнуть. Молодцы. Ты кто? Я мастер левша. Лёва, что ли? Спаси Господи, батюшка. Левша, я ж русский мастер-то. Я ведь ентой блохе... На ее блохеевых, блоху, блошиных ножках подковки-то набил. Батюшка. Молодец, левша. А ты кто? А я мастер Мойша. Мойша? Да не, Мойша, я ж русский мастер. Ну, и что ты делал, Мойша? Небось, блохи или блоху за ноги держал я! Я вас умоляю, ваше величество, не спешите мои тапочки. Просто я этой блохе на ее блошиные зубы золотые коронки поставил. Все.